не пропускает. И вся идея его заключается в том, что участник одевает костюм поверх одежды. Сейчас готовься. Дальше получается, костюм надувается, и этот воздух, который благодаря вот этой разнице между телом и одеждой существует, он поддерживает на плаву. Вот в таких вот костюмах специальных ребята, которые пойдут сейчас на Северный полюс в экспедицию вместе с Матвеем Шпаром, будут преодолевать препятствия, которые могут возникнуть у них на пути. Например, воды Северного Ледовитого океана. В данный момент мы в Строгино, пытаемся сделать реконструкцию такого мероприятия, и я решил тоже попробовать искупаться в холодной воде. Оп. Знаете, даже эта холодная вода чувствуется не такой холодной в этом костюме. И все время ощущение, что он где-то протекает, но знающие люди говорят, что это просто такие ощущения. Ух! Что я могу сказать? Отлично.